Всем привет! У меня, правда, вот я не разложила на ткань. Вот такой сегодня будет видеообзор. Может, надо было на ткань все разложить. Ну, такой сегодня будет видеообзор моей бижутерии, потому что здесь в основном моя бижутерия, мамины кулончики, она их не носит, и все мои. Я сразу скажу погрешность, они некоторые уже темнеют, потому что я не сделала целый год, не делала видео. Я хотела давно сделать, но так и не сделала. Эта бижутерия, она из Алиэкспресс, и сразу скажу, почему у нее много. Давали балл за $2, в общем, давали какой-то балл деньгами. И, в общем, мы разворачивались, тут же покупали следующий, опять давали. В общем, мы 10 раз так делали, или 15, там, допустим, раз. И даже нам заблокировали банковскую карту, в общем. Мы ходили потом разбираться, что странные эти... функции, как бы, да, проходили по нашей карте, они, в общем, заблокировали за многочисленные транзакции, так сказать. Вот, и мы таким образом столько много купили. Ну, я имею в виду вот эти вот всякие цепочки. Это мы потом покупали, вот эти ленточки, это мы потом покупали. Это, вот эти ленточки, это все на шее, это не на руку, не на ногу. В общем, некоторые потемнели, и не все я ношу. Видимо, какие-то полюбились, какие-то не очень. Я люблю что покрупнее, поэтому... Ну, сейчас жалко, что я на ткань не положила, хотела сделать красиво. Ну, я под конец я потом исправлю. Вот уже, например, дерево. Я не думаю, что это дерево что-то значит. Для меня это просто дерево. Мы купили, потом подумали, когда купили. Если что, пишите. Ну, просто типа дерево жизни, но для нас оно ничего не значит. Нам все равно, мы просто купили, мама любит такие вещи, аккуратно, в общем. И вот эта цепочка, она, в общем, потемнела, она была более золотистого, ну, некоторые были такие темноватые, но не все. Но в основном хорошие цветы, хорошие, новые они были, они не темнели, когда были новые, они были более чистые, а сейчас они потемнели. Некоторые были цвета темноватые, знаете, которые, наверное, розовое золото, оно более грозноватое. А есть такое желтоватое золото какое-то с лимонным цветом, которое потемнее. Я сейчас покажу, вот одно дерево уже показала. Это мама хотела себе, но она так и не носила. Потом, такая цепочка, вот она тоже, по-моему, потемнела. Может, она и такая была, но как-то немножко грязноватая. Вроде мама говорит, можно почистить, но это она почистится, если это золото. Вот такое сердечко нам вроде понравилось, и мы заказали. И они буквально $2, $1.5, так вот. Это в самом начале года. Тут их не так уж много, но сейчас я буду показывать еще дальше. Так, вот такое вот маме тоже понравилось, но в итоге они все мои. Вот, я тоже ее мало носила, но вот она мало потемнела, по-моему. Может быть, это серебро. Надо ее носить. Но сейчас вот эти маски, и мы маски-косынки носим. Для красоты купили, чтобы как шарфинг были, и оно все закрывается. Если я как-нибудь простую маску одену, а простой маске она дышать нечем. Надо будет как-нибудь одеть простую маску и поносить можно ее. А дальше вот я тебе показала. Вот цепочка, она мне понравилась. Я ее тоже носим, но почему? Потому что, во-первых, она, видите, толстенькая такая, не тонкая. И она широкая такая, проем, она через голову прям залазит. Очень удобно. Ее хоп, на кофту, на свитер. Бац, одела и пошла. Не надо просить. Мам, застегни, мама, застегни. В общем, все такое. Очень удобно. И я ее ношу. И она, по-моему, не потемнела. Ну, если прям очень мало, вот она чистая, светлая. Может быть, это позолота какая-то все-таки. Так, дальше. Очень понравилось, там была такая серия вот таких серебряных, белого серебра штучки попадались. Это белое, вот такое, как белое серебро, и не облазит. Очень, вот это не потемнело, ничего, я не знаю, что это. И вот цепочка, по-моему. Нет, она как серая была, такая вот она, металлическая, такая беловатая. Такая есть. На некоторых пишут пробу, есть проба, но... Как бы, я думаю, что могут и обманывать. Это все-таки Алиэкспресс, там что хочешь, может быть. Вот это мне тоже очень понравилось. Он не сильно длинный, не сильно короткий. В общем, классный. И дальше, полюбившаяся мне цепочка.
Вот это. Ну, люблю я поширше, да. Мама, ой, да, мама все нос крутит, а я как-то вот полюбился на мне, вот, говорю, да нормально, мне прям зато, само то зашло прям нормально, все прям. И она вот, такое ощущение, что она не, так и не потемнела. Говорю, не пойму, говорю, вот тебе потемнело, она и покраснела, нет, блеск остался, значит, ну, блеск она широкая, как бы, да, плоские эти, видно блеск, на это нельзя рассчитывать, как бы. Оно красноты сильной, темноты и грязи нету. Может быть, я просто запамятовала, каким она была. Она не была сильно таким, даже желто-лимонным каким-то таким, светлее она не была. В общем, очень классно. Цепь, я ее много-много раз носила. Вот это мне понравилось, ну, чтобы вы знали, как бы, таким вот. Дальше. Это браслетик вот этот. Это браслетик из России. Мы купили, когда уже готовились сюда, мы попали, ну, переехали из Рудни в Рязань. Из Волгоградской области в Рязань. И там была ярмарка. Ну, это тоже такой городок, маленький такой городок. С пятиэтажками в Рязани. Не помню, город, ну, область. Помню, я только помню, где мы эту квартиру покупали. А потом мы, я не помню, где мы жили. Вот, такой браслет. Там была ярмарка, я бы сказала, русско-славянская такая, получается, ярмарка там была. Ну, это как этническая, да, тематика. Вот это же славянская, как в стиле славянском. Поэтому, я думаю, этническая можно назвать. Такие подделки, немножко мебели, вот такие вот всякие досочки, ложечки, плошечки, шкатулки. Мне там много чего понравилось, ну как. Я бы еще кое-что там мы бы взяли, но мы уже мылились уже все, переезжать сюда. Вот, уже попахивало ближе к Америке, поэтому мы не стали. Может быть, я надеюсь, что здесь, если есть какие-то ярмарки славянские, то можно будет какие-то дощечки такие вот деревянненько что-нибудь купить. Шкатулочки, что-то вот. Жалко, что мы там не купили. Ну, ладно, думаю, что здесь есть. Вот, и вот этот браслетик, он мне подошел по размеру, деревянный браслетик, очень, мне никогда ничего подобного не было, опять же говорю, может быть, это мы так жили, может быть, я не думаю, что в России все шикарно живут, все с трудом перебиваются, особенно разные населения, слои населения есть, поэтому, знаете, не мы первые, не мы последние, особенно если зайти в область, это в городах. Может быть, там хорошо живут. Ну ладно, не будем отвлекаться. Так, едем дальше. Это вот эти вот, это вот год назад мы покупили где-то примерно цепочку, может, посвежее. Вот эти, не знаю, вот эти вот точно год назад. Вот эти не помню, может, чуть позже. А может быть, все это одновременно. След, но он мне не пошел. Он такие бочоночки, видите, он тоже как белое золото. И мы купили, нам все это понравилось. И он даже не потемнел. И он... Что-то плохо она мне сидит, потому что большой. Мама такое не носит, как бы она не, ну, не любит детско-садовское. Ну, кое-что мы ей там, она взяла там кое-что себе, но не такое не хочет. И вот он лежит и лежит и лежит, в общем. Дальше вот такое яблочко мы купили. Но он хороший, я еще буду носить, и не темнеет. Поэтому, если вирус когда пройдет, то я его буду носить. Я его носила, одевала. Но не как-то не так. Ну, нравился мне он, я носила. Так. Дальше. Это тоже такой браслет. Сейчас я достану его. Браслет вроде бы, он был какой-то красноватый. Не потемнел. Может быть, позолоченный немножко. Может, розовое золото, не знаю. Я уже не помню, где что. Сейчас я посмотрю, есть ли вот такая вот штуковина. Тоже ни я, ни мама не носим. Как-то на мою руку ничего не идет. А так красивенько. Может быть, еще буду носить. Посмотрим, если сможем прицепить так, чтобы она не падала. Вот из серии белого золота, белого серебра. Вот такая белая бабочка. Честно говоря, на картинке мы когда ничего у меня не было. Ой, думали, ничего так хорошее. Ну, как-то неудачная она мне. Мне не понравилось что-то как-то. Ну, хорошо, вроде вот она белая и не потемнела. Звончик. Кулончик хороший, ничего не темнеет, кулончики, а вот цепочки темнеют. Если почистится, то хорошо, если нет, мы смотрим, посмотрим, как там в Ютубе как чистят. И она, цепочка, потемнела, может, не настоящая. А кулончики все сохраняются нормально.
В общем, такой вот простой кулончик. Вот, как видите, вот это такие белые гипюровые. Это я помешалась на гипюре. И вот с такими бусинками. Ну, сейчас модно бусинки эти. Вот такое это на шею. Я как-то снимала, показывала. Если что, видео выставлю, если вспомню. Вот такая одна мы заказали, нам понравилась. Потом это тут маленький кулончик, то есть на шее будет как будто кулончик. Цветочки вот такие. И следующее вот. Вот это вот, как сказать, лучше предыдущих намного. Вот она такая резная и вот росточек такая. Я ее уже одевала, вот эту я показывала. В тех я ходила первую, вот я носила, пока масок не было. А эту один раз, буквально пару раз она одела. Я видео снимала вместе с ней, она, может быть, кто-то вспомнит. Очень понравились мне вот эти. Может, потом еще закажу. Но вот показали вот такие сережки. Слишком большие заказали. Но я носила. Американцам нравится, хвалят сережки мои. Но нам с вами не совсем понравится. Вот эта бусинка очень большая, очень лишняя. Мы попробуем ее сократить. Если получится обдурить, то буду носить. Ну, в крайнем случае, вот так вот буду носить. Сейчас это модно. Вполне нормально. Вот. И вот такие сережки. И следующие вот. Вот такие. Они красивые. Мама говорит, грубо сделанные. Мне вот нравится кристаллик. Два таких кольца. И внутри кристаллик. Я хотела кольцо. Серьги кольцом. Ой, серьги кольцами. Но не совсем они удачны. Вот если было бы вот это кольцо, оно было бы мне нормально. А это сильно большевато. Вот. И, в общем, лежат они. Может быть, потом я прическу сделаю. Подстригусь я. Прическу сделаю. Может быть, я их буду одевать. Вот такие сережки. Это такая веревочка мне подарили. Вот, в общем, лежит, буду как-нибудь носить под черное. В общем, в принципе, как такой короткий обзор я сделала. Он длинный, не нужен. Хотела это намного раньше сделала, чтобы вы знали. Но мне забыла я про это все. То одно, то другое снимаю, а это забыла. В общем, понравилось кому? Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.